Здравствуйте, уважаемые клиенты компании FOM Group. В этом видео как открыть учетные записи для пользователей программы. Для этого заходим в программу F-Аптека, в раздел «Настройка», «Пользователи». Для создания новой учетной записи нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем кнопку «Новый». Далее пишем имя пользователя. В графе «Логин» пишем его логин коротко. В графе «Пароль» придумываем и создаем пароль. В графе «Повторить» повторяем тот же пароль и нажимаем на кнопку «Сохранить». После этого нового созданного пользователя мы должны активировать путем нажатия кнопки «Утвердить» или F6. Далее предоставляем доступ на необходимые операции для вновь созданного пользователя. Со столбца «Не может делать» мы переносим права путем нажатия на вот эту кнопку или же двойным щелчком левой кнопки мышки. То же самое нужно делать при изъятии доступа с пользователя. При этом мы выбираем право, которое нужно убрать с пользователя, и двойным щелчком левой кнопки мышки или путем нажатия данной кнопки убираем права. Если вы хотите добавить нового пользователя с такими же правами, как у предыдущего, то вы можете скопировать права у необходимого пользователя путем нажатия на кнопки «Копировать права». И далее, выбрав нового пользователя, нажимаем на кнопку «Вставить права». Для того, чтобы удалить пользователя с программы, мы выбираем на него и, нажав правой кнопкой мышки, нажимаем «Удалить». Благодарим за внимание.